Ультразвуковой увлажнитель воздуха Atmos 2652 предназначен для ультразвукового распыления воды и рассчитан на эффективное увлажнение помещений площадью около 35 квадратных метров. Отличительной особенностью увлажнителя воздуха Atmos 2652 является цифровой светодиодный LED-дисплей, 3 уровня мощности испарения и программируемый таймер. Надежность в работе, звуковая сигнализация недостатка воды в резервуаре с автоматическим отключением, а также встроенный светодиод для подсветки уровня воды. Увлажнитель воздуха Atmos 2652 относится к типу ультразвуковых приборов по увлажнению воздуха. Это новый принцип в области увлажнения воздуха, который позволяет достигать большей мощности одновременно с низким шумом и энергопотреблением. В изделии используется пьезокерамический элемент, преобразователь, который способен преобразовывать электрическое напряжение высокой частоты в механические ультразвуковые колебания. Количество воды, испаряемой в воздух помещению с помощью увлажнителя за единицу времени, называют производительностью прибора. Производительность увлажнения, или другими словами, мощность испарения в увлажнителе воздуха Atmos 2652 запрограммирована в виде трех уровней – низкого, среднего и высокого. С помощью кнопки FOG на дисплее 3 пользователь может самостоятельно задать необходимый уровень мощности испарения. Уважаемые пользователи, большая просьба внимательно отнестись к правилам по обслуживанию прибора, так как их несоблюдение освобождает пользователя от гарантийного ремонта в случае поломки прибора.